Вот я хочу показать ауру в движении. А это аура мужчины, я его имя не буду говорить, хотя вы все его знаете. Значит, что там интересно в этой ауре? Это то, что вверху, вот где сейчас стрелка ходит, вверху, это как раз такая шапочка ровненькая, говорящая о том, что контакт с высшими силами идет постоянный, хороший, понятный, а человек с этими высшими силами на «ты» в таком довольно родственном отношении с ними и способен от этих высших сил получать какие-то послания или какие-то знаки. Вот как Якушевская нам сегодня прислала с этой тарелочкой. А вот такие вот знаки такой человек запросто может читать сам, когда происходит что-то вокруг него. Вот такая шапочка, причем не обязательно, чтобы вот эти энергии были слишком широко представлены, они могут быть даже, аура может быть более узенькая вокруг головы, но главное, чтобы она была сбалансирована, как вот мы видим на вот этой ауре. Вот эти высшие энергии, они такие ровненькие, даже красивые, смотреть даже приятно на вот такую ауру, когда она вот такая ровненькая. Вот я как раз тут рисую такую красивую воронку, через которую с нами как раз соединяются высшие силы, наш гид, наш ангел. Вот так вот примерно это происходит, вот как я здесь показываю. Собственно, у каждого человека, кому я снимаю ауру, можно сразу же сказать, в каком состоянии у него находится его контакт с высшими силами. Ну, вот мы как раз сейчас говорим о курсе, который только начинается. Это вы сейчас рисуете или это вы уже рисовали? А это аура человека, которую я сняла раньше, но я хочу показать как образец того, что высшие центры дают нам вот этот вот контакт и знание, и посыл, такой сигнал и импульс. Что ему делать? Идти ли ему, например, на курсы какие-то? К этому ли преподавателю идти, к другому ли? Или вообще тайм-аут взять и отдыхать дома? Вот я себе иногда думаю, может, действительно вот пора. Да у всех у нас полосы такие есть, когда отдыхать надо. Ну, в общем, я провожу здесь анализ ауры. Фактически человека, который приходит в центр, и подробно объясняю ему и рассказываю, как его ауру читать и описывать. Очень интересно. А вот у нас как раз таки анализ, да, вот когда вы делаете анализ, поскольку у нас, в общем-то, практика вот сейчас такая, что те, кто приходит на курс, с ними проводится аура, съемка ауры проводится. Это, вот давайте. Вы закончили, да, показ? Я просто тоже хотел показать вот наш А курс. давайте я тогда закончу, пока, по крайней мере, остановлю. Это не Так. имеет, это не имеет.